Николай Ширяев, город Симферополь. Веселые учителя, я послан сюда, как в атаку на зайцев. Я знаком внимания стой, но есть ощущение у зайцев-малайцев, что сам я немного косой. Левее от шлагбаума, как около трапа, аж целый раскосый парад. Нахально вструмляют матерые лапы на мыло судью, говоря: нелегкая заячья эта путина, безбрежные вместе и врозь. По соннику зайцы почти что невинны, пускай пробегают насквозь. Пускай добегут эти зайцы, куда им, да как им, лесов им и рек. А мы, дед-мозайцы, прискорбно не знаем, где так бы и жил человек. Лингва-гва. Присниться андресантом, а пока наскресть морфем, поймать бы языка, найти бы ключ, спасти святое, чтобы мне говорили, мол, велик, могуч, ах, разогнать бы ширпотреб обуч и строй его расправить до амебы. Когда стиха всегда взведен курок, любая только счастье, не порог, и пивом можно бавиться, как дети, но ты сантехник, но родная речь не перестанет течь и течь и течь, но разводной не покладая меч, но перед речью мы за все в ответе. В контексте судеб, словно конь-дык-дым, мы новый код вести наравим, в контакте безопасный, кисло-сладкий, играющий слюною за щекой, а рядом с ним еще и не такой, горячий язык в преддверии лихорадки. Мой синтаксис, ты видел, как меня с танцульки на танцульку семеня какая-то капустница мочила, но на того, чтобы устав ее приник, тому гипоталамус заводник, а нам неколебим, могуч, велик, родник, рудник, Аскольдова могила. Это об истории романа Афанасия Фета и Мария Иванович. Кстати, состоялся на Кисовщине, недалеко, где-то отсюда. Шелковый путь. Он говорил ей тихо-тихо, расти большой, она играла гаммы, была свежа, тогда еще не знали, как хорошо, как прорастал в смешной спине у нее кинжал, дразня наклоном и придыханием ее плечо, склониться в томном, склониться в жалостливом над ней, было и годы в такой дырище, айда еще, любить искусство тонких женщин и лошадей. Она в гостиной появлялась уже в дыму, в глазах ее же накрылись брызги, ага, ага. Он был не старший, был не грузин, а потому он говорил ей: я покажу тебе берега. Он карамболил за плечной лампой, как Аладдин, на новом фронте непобедимый ее солдат. А то, что дальше у ней по тельцу потек бензин, в том ни усатый, ни полосатый не виноват. Прошло столетие, потом полвека, потом февраль, по телевизору на Discovery крутят нерв, заходят глюки на поэтический фестиваль и гонят воды куда-то к морю холодный Днепр, неприхотливо кишащий мелом, как дождевик, стоит по сходням, в библиотеку идет босой, в библиотеке вид не потеряно для живых. Мария Лазич, невыносимая, как лазо. История искусств. Задайте современному уму пройти средневековую чуму, как нас учили розгой в дни иные, не придавать значения ничему. В одной молве под пиво хороши сойдутся кутежи и витражи, дородных чисел ярмарки кружные, невинных нот сплошные дележи. Играючи войдет в свои права высокого искусства трын-трава, ведь был же на часах какой-то Моцарт, и в Австрии случались кружева, какая-нибудь мягкая постель, какая-нибудь легкая пастель, какое-нибудь счастье, как придется. Апрель, копель, сплошная канитель. На сохранение. Земля, беременная прошлым и будущим наперечет, непостижимо рвет подошвы, огнями темными растет, с печальнодушием джедая, вдохнув очередной прит, все непременно выживает, но за себя не говорит. Ее побег не свежий ломок, с претензией на общий дом, спешит история потемок еще о чем-нибудь другом, и медленно теряя время, последним временем дыша,
земля, беременная всеми, неудержимо хороша.